Привет, меня зовут Зигзай, и сегодня мы будем строить город. И в предыдущей серии мы построили вот этот город. И сегодня мы будем строить второй город, который будет вот там. Так, сначала... Вот в инвентаре находятся предметы, при помощи которых мы построим дорогу. Наш следующий город будет далеко от этого. Очень далеко. Да не так уж далеко. Вот примерно тут. Примерно тут будет начинаться следующий город. И для него нам понадобится первое. Ой. Да, обучение опять тяжелое. Так, мы первое построим большой вот такой вот торговый. Хотя это даже не торговый центр. Это будет фабрика. Да, на фабрику похоже. Коврик, чтобы закрыть все это дело. Верхнее и красивое. Вот. Фабрика у нас будет изготовлять чего-то. А напротив фабрики у нас будут дома расположены. Такой длинный дом будет. Зачем я коврики убрал? Надо коврики еще. И это сейчас вторая часть города. Моего нового плейлиста. Города. Теперь они расходятся на две стороны. В эту сторону и в эту. Север и юг. А тут интересно, есть такое, чтобы было север и юг? Я не помню. Майнкрафт. Комбар. Такой есть? А, это... Ну, он ищет портал, я знаю. Ну, в принципе, и нету тут такого. Я думал, там еще и север и юг написано. Вот тут-то у нас и будет центр города. Тот город у нас будет всего лишь там небольшой городок. А вот тут будет уже столица, получается. Столица. Да. Вот. Вот это небольшой старинный городок вот тут будет. С маленькими домиками. Напротив. Четырехэтажные такие маленькие домики. Очень маленькие. Вверх маленький. Вот. А вот в эту сторону у нас будет проходить... О, вот, смотрите. Мы не пробовали вот такие вот домики ставить. Это же все-таки домик. Ну, можно два домика таких поставить, чтобы было как-то... Можно напротив их поставить, еще засунуть напротив. И вот. Я лагает сильно, когда я снимаю. Да, ничего. Просто у меня в серии очень долго сейчас не снимает. Ну хотя какая разница, давайте строить дальше. Вот кирпичный район будет у нас располагаться вот тут. Строим еще дорогу, вот такую очень длинную дорогу. Мы можем даже посоревноваться с Вартел, если она захочет, конечно. У кого лучший город получится. Ой. Так, это я придумал. Но можно, конечно. Не знаю. Как она заходит. Так вот, строим. Ломаем. Будет тут высокий же дом, очень. Напротив еще одного такого же дома. Высокого. Вот, и у нас доделан вот этот вот кирпичный район. Теперь у нас... Вот это сейчас посмотрим, что это такое.
это лестница. Ну, лестницы нам не нужны пока. Что нам еще нужно? О, вот это да. Мы наткнулись на что-то интересное. О, вот еще кирпичи новые. Они получше, чем эти. Те. По-моему. Да, они даже получше. Вот не те, да. Вот эти кирпичи, они получше, чем те были, по-моему. Да, чуть получше, я думаю. Вот, по-моему, вот это больше на столицу похоже, чем там. Вот, главное, нужно много, очень много своеобразных дорог построить, чтобы был похож на столицу. Потому что столица... Думаю, со временем её будем улучшать. Кстати, вы пока не назвали название. Ну, я обязательно напишу, кто в комментариях напишет. И вот этого города как назвать, и того как назвать. У кого будет больше, ну, как сказать, голосов, тот я и возьму. И какой мне больше понравится. Ну или кто больше напишет в комментариях этот город. Только просьба не писать уже существующие города. Надо придумать свой город. Так. Ну, в принципе, вот похоже уже на столицу, но мы должны еще побольше построить. Таких беленьких я просто собираюсь. Ну и я еще сверху, да, а то забуду, я в прошлый раз забыл сделать верхние крыши, без них расти красиво. Вот в этом городе вот тут я забыл сделать крышу. Надо обязательно сделать. Траву вот посадила. Посмотрите. Обязательно пишите в комментариях, как назвать этот город и вот этот тоже. Так, теперь мы сделаем небоскребы. Вот это тоже очень красиво, что такие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.